Действительно, прошло много времени. Честно, да, сначала как-то все было на эмоциях. Понятно, что поражение, наверное, это больше всего бьет. Обидное поражение. Но при этом, конечно, я счастлив, что вернулся. На самом деле, давно, ну, никогда столько долго не пропускал. И в раздевалке там получил смс-ки от семьи. Даже где-то накатывали слезы. Потому что, ну, через многое прошел на самом деле. Но я вернулся, как бы, и я очень счастлив. На самом деле, это потрясающие эмоции, выходить на поле. И сейчас, как бы, можно считать, что полноценно, да, я вернулся. И просто нужно теперь набирать форму, и я уверен, что все получится. Для игрока это большая радость, большое счастье вернуться после травмы в строй. Могу сказать, что последнюю неделю я максимально готовился, чувствовал, что могу выйти, поэтому всю неделю провел максимальную концентрацию, очень сильно тренировался, ждал этого момента. У меня, конечно, была затяжная травма, которую, слава богу, мне удалось преодолеть. Могу сказать, что, может быть, не совсем мне хватило физических кондиций, но я знаю, что я это буду набирать от игры к игре, думаю, что я буду улучшаться. В этом аспекте физическая сила вернется на полностью. И хочу заверить, что мы будем также в дальнейшем готовиться к предстоящим играм с нацелом выиграть. И я со своей стороны, со своей лучшей физической формой, надеюсь, что принесу еще большую пользу команде. Был позитивный посыл, что первый забили. И на самом деле, ну, то есть это такой какой-то переломный момент. Я думал, что первый забили и давно не забивали, и все пойдет как по маслу, как говорится. Но это Зенит нам показал, что это команда сейчас лучше в России и показала нам, что нам есть куда расти. Мы должны это принять и с холодной головой сделать выводы и двигаться дальше, потому что у нас еще остались игры очень важные. И нужно опускать голову, нужно работать. И я надеюсь, что болельщики также будут до конца верить в нашу команду. И в конечном итоге это даст свои плоды. К сожалению, мы этот матч проиграли. Но хочу заверить, что мы приехали сюда с настроем победить. Первый тайм был очень сложный. Старались сдержать натиск соперника. И, к сожалению, нам не хватило концентрации, особенно что касается стандартов. Мы пропустили два гола с угловых, и немножко не хватило концентрации. Это немножко осложнило задачу на второй тайм.